Обязательное медицинское страхование представляет собой систему социального страхования, где страховые взносы аккумулируются в общем котле в бюджете Федерального территориального фонда ОМС. И застрахованному не всегда ясно, какая сумма из общего котла идет на оказание ему медицинской помощи. Но данную практику государство решило прекращать. И в ряде регионов возникли пилотные проекты, согласно которым застрахованный будет получать справку о стоимости оказанной ему медицинской помощи. Таким образом, он может соотнести, сколько на него персонально было затрачено денег из общего котла системы ОМС. Данный проект, по моему мнению, также направлен на снижение приписок в системе обязательного медицинского страхования, которое носит повсеместный характер. И периодически главных врачей, заместителей привлекают к уголовной ответственности за приписки. В целом данный пилотный проект можно приветствовать, но я считаю, можно и нужно идти дальше. Страховые взносы должны аккумулироваться на индивидуальном страховом счете гражданина. И откуда они расходуются на оказание медицинской помощи? Когда все не в общем котле, а персонально, возникает понимание необходимости заботы о своем здоровье и минимизации расходов на оказание медицинской помощи. Может быть, со временем государство к этой системе придет и позволит гражданину, в том числе при минимальных объемах получения медицинской помощи и заботе о своем здоровье, часть средств изымать на какие-то нужды. То есть будет определенный материальный стимул заботиться о своем здоровье. А пока посмотрим, каким результатом приведет пилотный проект. Наверняка аналитическая информация будет предоставлена. Ну а мы к нему дадим свои комментарии, как обычно.